Вот так в фойе здания артисты Народного камерного ансамбля встречали в этот день гостей. Однако основная часть концертной программы ожидала прибывших в зале. 20 лет прошло с того дня, когда в Тирасполе по инициативе Галины Галаган появилась Международная ассоциация работников культуры и искусства. Сегодня тираспольский филиал ассоциации – это одна из самых крупных культурных организаций в республике. Межсовет собрал людей разных национальностей, разных городов и разных стран. Первыми подписали договор об учреждении Межсовета деятели культуры Тирасполя, Бендер, Дубасар, Днестровска, Москвы, Солнечногорска, Новосибирска, Киева, Белгород-Днестровского. Сегодня в Маркес входят жители России, Украины, Белоруссии, Абхазии, Германии, США и других стран. Некоторые из них приехали в Тирасполь на юбилейный концерт. В честь праздника здесь многие получили почетные знаки за развитие международных культурных связей, медали за вклад в развитие международного искусства и грамоты за сохранение исторической памяти. Я думаю, что это единый для нас праздник. И наш, и все, кто пришел сюда разделить этот праздник с нами, и кого сегодня здесь нет, я вас всех поздравляю с этим замечательным днем. И поверьте, конечно, юбилей бывает редко, но это особая отметка в нашей жизни. 20 лет для истории – это миг. Но для ассоциации, которая образовалась, которая развивается и двигается вперед, продвигая проекты, интересные проекты, глобальные проекты, это, конечно же, срок. За время существования организации представители Маркеса многого достигли. Но сами говорят, еще больше работы их ждет впереди, ведь ассоциация постоянно растет и развивается. Алла Чумаченко, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский.